Казахстанцы сегодня празднуют День государственных символов. По-особенному его отметили и в Алматы. Горожане устроили велозабег. Гафу Али расскажет. Флаг Казахстана площадью 100 квадратных метров установили на высокогорном комплексе Медео. Это место находится на высоте 1700 метров над уровнем моря. И сегодня вот видите, сколько народу собралось здесь. Это и молодежь, и старшее поколение. Это те люди, которые чтят и помнят все героическое наследие нашего народа. И такие символы, как гимн, флаг, герб, это то, что объединяет наш народ. По традиции, ко дню государственных символов приурочили патриотическую акцию «Массовое исполнение гимна». Он сегодня звучал практически во всех уголках города. Около 1000 человек приняли участие в велогонке. Любители здорового образа жизни проехали на велосипеде 5 километров. Спортсмены также после завершения старта исполнили гимн страны. На мировой арене Казахстан в основном прославляют спортсмены. И я считаю правильным, что такой знаменательный день власти города организовали велозабег. Так мы проявляем уважение к государственным символам. Мы с друзьями сегодня принимаем участие в велозабеге. Тоже решили внести свою лепту в празднование этого дня. И принесли с собой вот такие флажки. Подобные мероприятия пробуждают патриотизм у молодежи, говорят организаторы. Для жителей и гостей мегаполиса подготовили концертную программу. Патриотические песни исполнят звезды отечественной эстрады. Гафу Али, Сержан Жумабаев, Абин Нармбаев, Хабар 24, Алматы.